Немного о ночной жизни пригородных лесов. Я уже говорил, что перед ловушкой рассыпаю немного корма, чтобы привлечь животных сюда. Вот они по очереди, то одно, то другое появляется. Вот кошка была, сейчас куница, ежик. Лиса. Они по очереди в разное время появляются, друг другу не мешая. Но бывают и накладки. Вот сейчас кошка сидит спокойно, ест, ничего не подозревая. Кто внимательный, может быть, обратил внимание, что в лесу блеснули глаза. Кошка спокойно продолжает есть, ничего не подозревает. И вот на тебе гостья выскочила. Но кошка не убегает. Продолжает есть, хоть и вздыбилась. Лиса тоже не убежала. Она просто сейчас пока не в кадре. Вот она уже возле кошки. Причем она к кошке близко не подходит, но полностью ее игнорирует. Кошка ж возбуждена пока. Здесь уже она более-менее успокоилась. А на этом кадре сейчас лиса вернется. Вот лиса вернулась, и кошка уже довольно тоже спокойно на нее смотрит. Каждый занят своим делом. Довольно интересная встреча, потому что лиса с кошкой не такие же друзья. А здесь уже кошка с ежиком. Ежик встал в защитную стойку, свернулся в клубок. Но ежик постепенно успокаивается и продолжает заниматься своими делами. Кошка его обнюхала, поняла, что ей тут ничего не светит. Такой кактус ей не по зубам, и уходит. И вдруг эта парочка убежала. Сюда вернулась лиса. Вот такая ночная карусель животных. Всем пока.